Почти на миллиард увеличатся доходы краевого бюджета в этом году. Изменения в казне сегодня утвердили в правительстве региона и направили в Краевую думу. Дополнительные средства направят на дорожную и социальную инфраструктуру, а именно на восстановление дорог и мостов, пострадавших от майского паводка, а также на строительство новых школ в Пятигорске и Ессентуках. Увеличат финансирование и спортивных строек, тренировочных площадок для чемпионата мира по футболу. Важно, что пополнить казну удалось за счет собственных доходов региона. В первую очередь увеличение сборов налога на прибыль. Напомню, что мы достаточно много, вот на 750 миллионов предыдущим уточнением увеличили также поступление по налогу на прибыль. Но проведенная работа, консультации с крупнейшими налогоплательщиками по налогу на прибыль и прогноз до конца года позволяют опять же прогнозировать возможность увеличения плана поступления по этому виду налога.